Красный автомат со знакомой эмблемой качества внизу. Люди, помнящие советские 70-е, 80-е, скажут сразу. Вот она, знаменитая газировка. Стакан воды без сиропа стоил 1 копейку, а за 3 можно было угоститься настоящей сладостью. Дюшес, лимонад, тархун. Все эти вкусы хорошо знакомы многим сегодняшним 40-50-летним жителям Бреста. С помощью ретро-автомата может опробовать и молодежь. Основная база – это, конечно, лимонад, тархун, барбарис, вкусы детства. Ну а так постоянно экспериментируем, постоянно привожу новые сиропы, пробуем. Еще происходит именно момент отладки. В слухах о том, что новопроизведенная газировка содержит большое количество добавок, съемочную группу разубедили сразу же. Технология производства сладкого лакомства ничем не отличается от советской. В составе только фруктовые сиропы и вода. Однако взрослого покупателя привлекает не только знакомый приятный вкус. Многим вспоминается давно ушедшее детство, когда каждое семейное путешествие в жаркую погоду завершалось у ярко-красного автомата. Яркий. Просто яркий. Элемент игры, ну, говорю, интересно, проходишь мимо, хочется потратить 5000, получить продукт. В ближайшее время еще несколько подобных автоматов появится в разных уголках областного центра. Вкусная идея брещанина пришлась по вкусу жителям города над Бугом. Однако фантазии нет предела. Возможно, скоро Денис Маркин придумает еще что-то новое и интересное. Ведь новое – это всегда хорошо забытое старое.